Здравствуйте, это канал KG MMA и Анатолий Ким. И сегодня я бы хотел всех уже поздравить всю женскую аудиторию с 8 марта, пожелать вам здоровья, счастья и всех благ. Также хотел сделать предстоящий обзор на очередной UFC Fight Nights, который возглавляют Петр Ян и Мирабдулишвили. Пятираундовый поединок. Здесь болею за Петю. Петя, удачи. В главном бою дерется Александр Романов против Александра Волкова. Здесь я болею за Александра Волкова, представителя России. Александр Романов представляет Молдавию. Также дерется в этом же главном карде Саид Нурмагомедов против Джареда Мартинеса. Здесь болею за Саида. Также в прилимах болею за Рафаэля Сунсао против Дэвида Гранда. Здесь болею за Рафаэля Сунсао. Давно слежу за его боями. Также в этом же карде прилим идет с Тайсоном и против Бруно Сильва. Здесь болею, конечно же, за Тайсона Немо. И вот также интересные поединки ждут. Также в главном карде дерется и Никита Крылов против Райана Спена. Здесь болею, конечно, за Никиту. Бой перенесли по состоянию здоровья. Он должен был состояться, но, к сожалению, за здоровье Никиты Крылова бой перенесли, и вот так состоится. Здесь бой плюс-минус равный, потому что оба универсалы. Но здесь я вижу по навыкам у Никиты чуть лучше навыки, чем у Спена. Спен больше, наверное, такой разносторонний, но недостаточно умный боец, а Никита уже давно выступает. Также хотел бы разобрать бой Александра Романа и Александра Волкова. Здесь противостояние ударки и борьбы будет, так что надеюсь, и раунда всего будет 3 по 5, так что здесь у Волкова всего будет 15 минут, чтобы удосрочить Александра Романова, потому что здесь будет противостояние ударки и борьбы, так что здесь очень сложный поединок. Посмотрим, чье кунг-фу возьмет, либо борьба, либо ударка. Здесь, конечно же, за Александр Волков болеет. Также в главном карде уже 5 раундов по 5 минут. В главном бою дерется, конечно же, Петр Ян против Мираба. Здесь тоже ударка против борьбы. Но здесь поединок более такой сбалансированный, потому что Петр вроде ударник, но он и хорошо борется, и хорош греплинкий, так что посмотрим, чье кунг-фу возьмет. В конце концов, все равно будет противостояние борьбы и ударки. Здесь, конечно, за Петю утоплю, потому что у Пети последние бои очень близкие были. Он там и не проиграл, и не выиграл. Так мы скажем, короче. Там решили судьи, так странно. Но в двух боях, мне кажется, забрал Петя. Но это сугубо нас, болельщиков, касается. Так что Пете удачи. Надеюсь, он возьмет реванш за все свои поражения, за эти два, которых очень спорных. И за эти 5 раундов раскатает Мираба, потому что Мираб не очень умный боец. Да, он хорошо борется, но и слабости у него много пробелов. То, что на старте карьеры в UFC он тоже нахватал поражений, так что его борьба не такая сильная. И Петя более универсальный боец. И мне кажется, за универсальностью Петя возьмет. Петя, удачи. Петя, удачи и побед в бою. Также хотел небольшой обзор сделать на RCC MMA, который состоится 25 марта в Екатеринбурге, в столице Урала, получается. И где в главном бою дерется мой однофамилец Ким Алексей. Против оппонента даже не запомнил, как его зовут. Знаю, что он дерется. Если есть возможность, смотрите на телеканале «Удар» и покупайте билеты на kassir.ru. Можете приобрести и вживую посмотреть, либо через удар. Также хотел бы немного сделать обзор и на то, что UFC вы можете, конечно, приехать и вживую посмотреть, либо можете зайти на Матч ТВ или Матч Боец, который официально является представителем в русскоязычном мире. Телеканал Матч Боец, Матч ТВ имеет, либо Fight Pass, платформа UFC, где вы можете купить подписку. Либо Сетанта Спорт и Сетанта Плюс. Так что вот Сетанта UFC, точнее. Вот на всем этом вы можете посмотреть и турнир UFC, и также на телеканале Удар посмотреть и RCC под
под названием Intra Nitro 25 турниру. Так что всем удачи, занимаемся ММА и поздравляем свою женскую аудиторию с праздником, своих женщин, бабушек, девочек, дочерей. Всех с 8 марта занимаемся ММА.